Сегодня будет короткое видео про мое путешествие в Армению. Оно не такое подробное, как про Красноярск или про Байкал, но дело в том, что это путешествие стало для меня абсолютно спонтанным. Я никак к нему не готовился, и это скорее личная история о том, что я успел посмотреть в Армении за 3 дня. Все, что вы увидите, я снимал в 2021 году. Но и на сегодняшний день все, что показано в этом ролике, оно актуально. Ладно, хватит вводных, пора начинать. И начинаем мы со столицы Армении, Еревана. Ереван – это столица Армении и крупнейший город страны. В агломерации Еревана проживает порядка 1 миллиона 400 тысяч человек. В центре города очень много объектов современного искусства, аккуратные широкие улицы, парки, а люди сидят в уютных уличных кафе. Короче, все современно и по-европейски. И на ум даже не приходит, что Ереван – это очень древний город. Он входит в перечень древнейших городов мира наравне с итальянскими Римом и Палермо. Первое упоминание о Ереване относится аж к 782 году до нашей эры. История государства настолько глубока и насыщена, что едва ли нам хватит всего фильма, чтобы рассказать ее. Истории одного из древнейших государств мира следует посвятить отдельный фильм. Но вернемся в настоящее и расскажем пару слов о насущном, об экономике. ВВП Армении в 2022 году, по данным Всемирного банка, составлял 52,7 миллиарда долларов США. В мировом рейтинге это 110 место. Но уже не 117, как было годом ранее. За один год экономика страны выросла на 12,6%, что довольно неплохо. А вот какой показатель Армении на очень высоком уровне, так это уровень преступности. На высоком уровне в хорошем смысле. В Армении настолько низкий уровень преступности, что страна попала на 9 место среди 137 стран с низкой преступностью, уступая таким странам, как Япония, Новая Зеландия, Тайвань и другие. Население Армении всего 2 930 000 человек. Это чуть меньше, чем проживает в Нижегородской области. Но при этом, что очень интересно, армян в мире живет больше 10 миллионов человек. И больше всего армян вовне Армении живет в России, Франции и США. Суммарно в этих трех странах живут порядка 4 миллионов человек, то есть больше, чем в самой Армении. А сейчас давайте вернемся в Ереван и начнем-то наконец осматривать город. Осмотр Еревана я начал с этой штуки. Это каскад. В нем 572 ступени и общий наклон составляет 15 градусов. Всего в этом комплексе 5 открытых террас с фонтанами, статуями и даже выставочными залами. Лучше всего на него смотреть снизу. Но если вы осилите подъем, то каскад отблагодарит каждого, кто туда забрался, очень красивым видом на Ереван. Можно забраться еще выше, на верхнюю площадку. Правда, когда я там был, каскад еще не достроили. Но с этой точки можно узреть большую часть Еревана. В этом месте будет правильным сказать, что Ереван, как и сама Армения, довольно высокогорная страна. Высота центра Еревана колеблется от 900 до 1300 метров над уровнем моря, а 90% территории всей страны находится на высоте выше 1 километра. Чуть ниже каскада идет красивая улица Таманяна, прямо до театра оперы и балета. Это красивое здание было построено в стиле армянской архитектуры в 30-х годах прошлого века. Тут же советую пройтись по Северному проспекту. Это пешеходная улица, где много уличных музыкантов и туристов. Еще тут кафе, магазины и есть даже подземная пешеходная улица – Ташир-стрит. Северный проспект напрямую приведет вас прямо на главную площадь Еревана – Площадь Республики. Площадь окружена зданиями из розового и белого туфа. Это музей истории Армении, национальная галерея, отель Мариот, центральное здание почты и, конечно, правительство Армении. На площади, помимо парадов, в разное время проводились концерты. Так тут выступал Шарль Азнавур, французский певец армянского происхождения. Американская группа System of a Down, все участники которого имеют армянское происхождение. Так как это центральная площадь Еревана, то и все митинги в отставку или поддержку правительства тоже проходили здесь. Армения – это на 95% христианская страна, и про это мы поговорим немного позднее. Но пока давайте посмотрим на довольно старую мечеть Еревана. Она называется Голубая мечеть и построена в 1766 году. В советское время в здании был музей города Еревана, а позднее планетарий. Сейчас Голубая мечеть восстановлена с помощью соседнего государства Иран и является одним из культурных центров иранской общины в Армении. Еще одно место, которое я хотел бы показать вам в Ереване, это один очень атмосферный ресторан. Я зашел в него чисто случайно, так как вход в него прямо через лавку сувениров ручной работы. Столики, барная стойка, все находится во дворе, а вместо крыши – виноградная лоза. Здесь, как почти и в каждом кафе Армении, подают кофе по-армянски.
он варится в турке, и тут нет никакого молока или еще каких-то добавок. Этот кофе просто хорош сам по себе. Это, пожалуй, все, на что хватило мне полдня в городе. На следующее утро мы выехали смотреть Армению. Типичный способ осмотра достопримечательностей Армении – это взять себе гида с 7-местной машины. Можно поехать вдвоем или вообще одному, но это будет дороже, потому что вы платите за всю машину, а не за место в ней. Нашего гида зовут Хайк, и он армянин. Специально его не искали, а просто спросили про экскурсии в отеле, где остановились. Машина уже не новенький 7-местный Opel. Он, как и почти все автомобили в Армении, на газу, потому что цена за бензин заоблачная. Своего сырья в Армении нет, а газ поставляется из России. Еще в Армении очень много старых авто, хотя язык не поворачивается, так сказать. Потому что они в таком состоянии, что вот как будто только сошли с конвейера. Причиной тому сухой климат ввиду отдаленности от моря. Поэтому машины не гниют. Ну и заботливые руки своих хозяев, видимо, протирают их каждый день. Еще одна особенность, которую бы я вписал в свои дорожные заметки про автомобильную Армению, если бы я такие вел, это клаксон. Они должны быть прям очень громкие. И реально, стандартные BB меняются на тюнингованные и усиленные. Пока я тут болтал про автомобили, мы приехали к первой точке маршрута. Это храм Гарни. Языческий храм, построенный еще в первом веке нашей эры. Но то, что вы сейчас видите, это уже восстановленный в советское время храм из руин. А тот первый храм, к сожалению, разрушился в результате землетрясения 1679 года. Изначально храм был частью крепости Гарни и, по некоторым данным, посвященным Геру, богу солнца, небесного света и справедливости. Крепость Гарни защищала местных жителей от иноземцев на протяжении тысячи лет. Армянские цари очень любили это место по причине хорошего климата и даже превратили ее в свою резиденцию. Остатки крепости и сейчас лежат рядом. Сегодня храм Гарни, который бы я отнес по виду к античному, но на самом деле это эллинистический стиль, стоит на краю обрыва. И вот вид с дрона, конечно, прям это четко показывает. Место очень красивое, рекомендую. Тем более, не так далеко от Еревана. Потом наш гид сказал, что он отвезет нас в какое-то классное ущелье. Тем более, оно очень недалеко от Гарни. И он не ошибся. Место было прям в точку. Эти скалы в ущелье реки Азат нерукотворные и сделаны природой, хотя глядя на их идеальные грани, очень трудно в это поверить. Называется это место «Симфония камней». Колонны, высота которых достигает 50 метров, это результат деятельности вулканов миллионы лет назад. По одной из версий, вулканическая лава остывала и кристаллизовывалась, а потом в процессе выдувания и образовались эти многогранные скалы. Вот честно, когда находишься там, в такую версию верится с трудом. Это невероятно красивое место, от которого правда падает челюсть. Издалека эти скалы похожи на музыкальный орган. От этого и название – «Симфония камней». От природных красот давайте перейдем к антропогенным, а именно к храмам. И не к языческим, а именно к христианским, потому что православные храмы и монастыри – это визитка Армении наравне с Араратом. Армения вообще первая страна в мире, которая приняла христианство в качестве государственной религии в 301 году нашей эры, еще до Грузии и даже Византии. Основателями апостольской армянской церкви считают двух из 12 апостолов – Варфоломея и Фаддея. Поэтому церковь и носит имя апостольская. В Армении, по некоторым данным, около 4000 церквей. Некоторые из них стали ее открыточными видами. Вот это действующий мужской монастырь Гигард. Он включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Часть храма просто выдолблена в скале в ущелье реки Гохт. И это не было сделано с помощью отбойного молотка, а делалось руками и подручным инструментом примерно в 7 веке. We'll be right back.
Едем дальше. Следующий храм называется Севанаванг. Пока мы туда только подъезжали, шел дождь. А прямо перед монастырем появилась очень красивая радуга. Монастырь в этот раз не в ущелье, а на берегу озера Севан. Севан – это наибольшее из высокогорных озер Кавказа. Находится на высоте 1898 метров над уровнем моря. Озеро очень чистое, но не глубокое. Максимум тут 80 метров. Площадь озера 1240 километров. И это чуть меньше площади города Санкт-Петербург. Но вот, положа руку на сердце, я не могу проникнуться Севаном. И дело вовсе не в нем, а в том, что я с Байкала. А после самого глубокого и красивого озера в мире, на все остальные ты смотришь как бы свысока, и ничего с этим не поделаешь. Мое автопутешествие по зимнему и осеннему Байкалу, если что, вот тут. А вот чем я проникся, так это Севанавангом. Храм стоит на вершине полуострова Севан. Он построен сотни и сотни лет назад. А насколько гармонично Севанаванг выглядит на фоне озера, ну, вы сами все видите. Двигаем дальше. Прежде чем уехать смотреть следующее красивое место, давайте вернемся к одной красивой точке недалеко от Еревана. С нее открывается прекрасный вид на Армению. Пустынную и почти без растительности. Вот именно такой я себе ее и представлял. К счастью, мой стереотип рухнул после проезда через Дилижанский туннель. Он соединяет озеро Севан и город Дилижан. И после проезда 2-километрового туннеля из такой пустынной Армении ты попадаешь в лесную, зеленую Армению. И это прям работает как портал. На самом деле лесом покрыто чуть больше 11% всей территории страны. И вот в северо-восточной части, где мы сейчас едем, сосредоточено больше половины всех лесов Армении. По пути мы заехали в город Дилижан. Вот именно что только смогли заехать. Лил приличный дождь, который не позволил погулять по городу. Город известен как родина Рубика из фильма «Мимино». В одном кадре он вот так прославляет свой город. В Дилижане в кухне открываешь простой кран, вода течет. Второе место занимает... А первое в Ереване? Сан-Франциско. И про воду это частично правда. Вот тут, возле памятника, есть пулпулак. То есть вот этот фонтанчик с водой. Кстати, такие штуки установлены по всему Еревану, где ты абсолютно бесплатно можешь попить чистой воды. Следующими точками маршрута стали монастыри Гошаванг и Агарцин. Гошаванг построен в 12 веке и упоминается как образовательный, культурный и религиозный центр средневековой Армении. Очень красивый храм, но полетать, увы, не получилось. Дождь так и не прекратился. Тогда мы поехали в Агарцин. Он расположен в долине Идживанского хребта на большой высоте, можно сказать, в облаках. На территории монастыря сохранилось старое засохшее дерево. И по легенде, если зайти в него и загадать желание, то оно непременно сбудется. Не знаю, как у всех, а мое желание сбылось. Дождь прекратился, и я смог взлететь дроном. И теперь я могу показать вам монастырь Агарцин с воздуха. Все монастыри, которые вы видели в этом выпуске, действующие. И они, все как можно заметить, в хорошем состоянии. К ним приезжают туристы, а их фотографии наносят на магниты. Но наш дорогой гид-хайк повез нас в лес, где мы увидели старую и заброшенную церковь. Она называется Агавнаванг, по имени неподалеку расположенного села. И вот насколько тут атмосферно, я бы даже сказал камерно, моя видеоаппаратура, увы, не сможет передать. Потом мы заехали на обед. Я не буду рассказывать вам о том, насколько великолепно каждое блюдо, какой букет вкуса раскрывается в этой или другой тарелке, потому что тут практически все очень вкусно и сытно. За 3 дня мы многое попробовали, и я понял одно, что Армения — это как любимая бабушка, которая думает, что ты очень голодный и исхудал,
и пытается тебя откормить. Ты вроде заказываешь всего два блюда, а приносят столько, что не влазит на стол. И все это даже не то, что недорого, а очень и очень дешево. В лесной части нам осталось посмотреть еще одно место. Это небольшое озеро Парс. Это место отдыха. Есть площадки для пикника, канатный парк и классная природа. Ну и напоследок я оставил, пожалуй, самое насыщенное историей и красотой место. Монастырь Хорвераб. Хорвераб построен на месте бывшей столицы Армении, городом Арташат. На территории монастыря есть маленькая, но глубокая темница, в которой 13 лет держали святого Григория Просветителя, незадолго до того, как Армения приняла христианство. Вначале на месте подземной тюрьмы в 7 веке построили часовню, а уже позже сам храм. Название монастыря Хорвераб переводится как «глубокая темница». Ну, а теперь давайте поднимем дрон в воздух и посмотрим, где же находится Хорвераб. Правильно, это гора Арарат. Она упоминается в Библии как место, где сел на мель Ноев ковчег. Вообще она состоит из двух слившихся основаниями конусов спящих вулканов – Большого и Малого Арарата. Территориально Арарат в настоящее время полностью находится на территории Турции. Но для Армении Арарат – это святое и, наверное, самое значимое место. Арарат даже изображен на гербе Армении и на ее деньгах. Я по себе знаю, что в путешествиях твои впечатления от того или иного места в значительной степени зависят от времени года, суток и погоды. Мне повезло с этим во всей Армении, но вот самый пик пришелся именно на Хорвераб. Был чудесный закат, не было дождя или жары. И все было как надо. На этом все. Надеюсь, что вам было интересно. Хотя в этом коротком ролике едва ли показана и четверть от всего того красивого, что есть в Армении. В эту поездку я не успел съездить до монастыря Норованг и Татеф, но я был там в 2018 году и у меня сохранились фотографии. Это потрясающие места, которые тоже обязательно нужно увидеть в Армении. Всем пока, увидимся в следующем выпуске.